Снова здравствуйте, это вновь Silent Hill, третья часть. Я не знаю, к чему это было. Окей, где мы находимся? Куда мы идем? Где мы были? Так, мы находимся вот в этой комнате, бла-бла-бла-бла. Значит, мы можем пройти. Короче, выйдем, разберемся, верно? Правда, я помню, там монстры вроде. Еп, там монстры. Давайте прямо напротив проверим. О, открыто. А где это, простите? Это, наверное, короткий путь куда-то. А! Ага. Окей, окей. Ну нам назад, нам все равно сейчас сюда не надо. В всяком случае, пока что. Налево и вперед. Была одна группа дурацкая. Фак. Бухта радости, такой, знаете, New Metal русский. У них есть пара неплохих песен, в общем, на уровне. На уровне New Metal российского, окей. И там была песня просто «Направо и вперед». Там что-то типа «Направо и вперед! Чего-то там, что-то-то там». Кто вспомнит, тот сразу поймет, как-то так. Это же прям как мем. Окей, хватит мемов. Так, я уже забыл управление. Теперь я его помню. Найс. Так. Мы на пятом этаже. Я полагаю, мы спускаемся на нижний этаж. Какой там этаж был? Там, где... Ага, третий этаж. На третьем этаже мы можем использовать этот домкрат, я так понимаю. Так, и где мы спускаемся на третий этаж? Вопрос. Где лестница? Хороший вопрос. Где лестница? По идее, там. Надеюсь, что там. Окей. О-о-о! Привет. О, фак. Почему-то не работало. Так, мы здесь... По идее, сюда... Нет, wait. Окей, нам через вот это место. Да, окей. Кто-нибудь помнит, где лестница находится? Потому что я что-то уже не уверен на самом деле. Я немножко запутался. Но только немножко, хорошо? Так, нет, это даже не похоже на лестницу. Глупая затея, действительно. Фак! Терпеть не могу, блин, навигацию в survival horror играх. И, ну, у тебя есть карты и все такое, но... Боже, как же все равно запутанно. Так, здесь путь к этим... Клифтам. Это я в курсе. А, вот экзит. Так, надо посмотреть, как на карте отображается. А никак. Точно так же, как все остальное. Давайте спустимся на третий этаж. Опять, мне кажется, это шестерка. На третий этаж и применим домкрат. Ну, во всяком случае, мне кажется, что он для этого. Это логично было бы. Зачем я это делаю? Вот оно. Так, давайте попробуем. Если это не сюда, то я не знаю, куда нам идти. Е-е-е! Окей. Вопрос, зачем? О, дверь внизу, кажется, открыта. Но спрыгнуть туда я не смогу. Угу. Дверь внизу. Ха. Значит, что-то на втором этаже, правильно? Но спрыгнуть туда я не смогу. Вопрос, почему? Нет, я понимаю, почему, но в то же время... Та-та-та-та. Окей, это понятно. Вопрос только в том, что... Вопрос только в том, как нам спуститься тогда туда. Потому что, я так понимаю, на второй этаж мы не можем спуститься по-обычному, верно? Мы же не можем так вот просто взять и спуститься здесь на второй этаж. Здесь же дверь закрыта, верно? Да. Как тогда? Я знаю, что у нас есть отвертка. Давайте посмотрим, может, если мы спустимся вниз, мы что-то найдем. Может быть. Или нет. Я так понимаю, нам больше некуда вниз идти. Прекрасно. Это нормально. Меня устраивает. Фак. Куда тогда?
Что у нас на третьем этаже вообще? Так, это мы открыли. Может быть, нам еще что-нибудь использовать? Ну, я не знаю, зачем бы нам пришлось тут использовать отвертку, но может быть, кто знает. Нет, окей. Не знаю, может, кинуть, проверить. Окей, значит, ничего из этого. Хм. Так, ну здесь мы все исследовали, вот в чем проблема. Вот эти двери были. Нет, мы туда не можем пройти. Фак. Ха. Что тогда? Вопрос. Я просто пришел сюда еще раз, может быть, что-то здесь есть. Нет, здесь только свои какие-то дела происходят. Окей. Странная комната, на самом деле. Хм, здесь сейвпоинт. Фак. Куда дальше тогда? Не хочу просто останавливать запись и так далее, потому что мне придется всю игру перезагружать потом, а это довольно долго. Подсматривать в интернете. Как подсматривать, именно? Если я не знаю, как пройти что-то, значит, почему бы не посмотреть, верно? А то она вечно застряла. Ха. Так, можем ли мы вообще на шестой этаж подняться? Насколько я помню, нет. По идее, нет. Мы можем на пятый подняться, но там опять же пусто. Хм. Я имею в виду, попытка не пытка, может быть, на пятом мы что-то пропустили. Но судя по карте, нет. Упс. Где выход, простите? Я пытался в туалет, судя по всему, зайти. Туалет не всегда выход. Хм. Это четвертый. На который мы не можем пройти. Это мне понятно. В общем-то. Я не согласен, но мне понятно. Я могу это принять. И на шестой ведь мы не можем, верно? Потому что там тоже закрыто. Значит, что-то мы должны сделать на пятом и на, на пятом и на третьем. Что? Я не знаю. Давайте проверим. Что здесь такого есть? Хм. Что-то мы упускаем, очевидно. Туалеты не работают. Так, па-па-па-па. Ну, мы здесь были буквально в каждой комнате. Ха. Я имею в виду, у нас есть отвертка, и что-то мы можем с ней сделать, я так понимаю, но... Что конкретно мы можем с ней сделать? Хм. Пламя очищает все. Но здесь, наверное, какой-нибудь огонь надо применить, очевидно. Я не думаю, что здесь нужно отвертку применить, правильно? Окей, честно говоря, я рад. Было бы классно, если бы она сработала, потому что это прогресс, но... Было бы не очень логично. Ха. Плиз. Куда идти-то? Как же я ненавижу так теряться, а? Но мне не нужна еще одна. Я думаю, одной достаточно. Большое количество вещей меня просто затормозит. Да ладно тебе, две катаны. Много картин. А. Подожди, если здесь много картин... Нет? Ты не хочешь взять одну из них? Окей. Я думаю, просто взять картину. И повесить там. Нет? Может быть... Из этого нет, окей. Ха. Хм. Мне уже вот просто любопытно, в чем суть. Что мы упускаем? Что у нас не сделано на этих этажах? Хм. Здесь-то вот ничего особенного нет, вот в чем проблема. Здесь мы взяли отвертку, верно? Масло и бензин, не могу их использовать. Почему нет? Бензин-то всегда пригодится в таких играх, разве нет? Так, отсюда мы начали. Ха. Возможно, мне придется все-таки сейчас подглядеть в интернете, потому что что-то я несколько сконфужен. О! Опять! Это комната. Зачем она вообще существует? Ау! У нас проблемы. Сколько у нас HP? Немного. Вот что. Воспользуюсь аптечкой. Знаете что? Я воспользуюсь еще кое-чем. Называется дробовик. Вообще-то ружье. Вроде как.
Я почему решил это сделать? Ты мертв или как? О, это не попало, конечно же. Ах, это игра. Пистолет. Наверное, я не знаю. Я просто почему хочу... Ну, окей. Просто почему хочу его убить? Может быть, из-за этого что-то произойдет или типа того. Не просто ж так он в этой комнате, верно? Может, и просто так. О, жердяй! Эй, толстый! Не-не-не-не. Фак. О, нет, перезарядка. Но! Опять. Умри. Окей, спасибо. Умри. Умри. Умри, желательно. Спасибо. Фак, HP. Мне охота еще одну аптечку на самом деле использовать. Полагаю, я это и сделаю. Неужели здесь пусто? Ну, ё-моё, ну... Окей, пришло время притормозить запись, а иначе я просто здесь застряну навечно. Так, секундочку. Окей, продолжаем. Где-то в комнате, где мы нашли карту этого места, мы должны увидеть какой-то закрытый... Какой-то закрытый ящик, который мы должны открыть с помощью отвертки. Что там лежит? Хороший вопрос. Веревка, с помощью которой мы спускаемся вниз. На второй этаж. Вопрос. Где мы нашли карту? Я не знаю. Сейчас найдем, наверное. Так, это четвертый. Нам нужен третий, я думаю. Потому что мы ведь в первый раз, когда пришли в это здание, мы были на третьем, да? И там была карта. Я не знаю. Па-па-па. Мне кажется, это вон там, где, собственно, сохранение. Давайте посмотрим. Мне так кажется. И налево. Налево. И вот эта дверь. Окей, по идее здесь. Наверное. Да, мы здесь карту нашли. Неужели я прям пропустил так по-дурацки? Да, я пропустил по-дурацки, действительно. Ящик слегка приоткрыт. Оно должно быть заржавел, я не могу открыть его шире. Ты можешь все, Хизер. Если у тебя есть отвертка. Ты могла воспользоваться катаной. Ты могла воспользоваться трубой. Ты могла воспользоваться ножом. Ты могла воспользоваться булавой нахрен. Ты могла воспользоваться чем угодно, чтобы это сделать. Но ты решила найти отвертку. Я понимаю. Okay. Где это находится, простите? Лифтик. Лифтик здесь, да? Да, окей. Okay. Пришло время спускаться вниз. Я не знаю, что там будет, но... На второй этаж. Ич, ни, сан, ши, го, рёку. Дальше я опять не помню. Так, подождите, карта. Не знаю, что я пытаюсь увидеть на карте. На самом деле, потому что мы здесь еще не были все равно. Закрыто, закрыто. Найс. Замок сломан. Кто вообще сломает все эти замки? Замки, хотел сказать. Замки в хоррор-играх. Это приемная, тут везде разбросаны папки. Окей. Это ощущение, что сейчас должна быть какая-то головоломка. Никто под ней не прячется, я рад. Собаки здесь не просто так, верно? Не нравится мне это место. Очень старый. Окей. Привет. Ой, у меня плохое предчувствие насчет этого места. Я даже как-то странно сказал «Ой». У меня реально плохое предчувствие. Мне совершенно не нравится это место. Темное красное пятно. Интересно, что это за пятно? Плиз. О, нет. Привет? О, нет. Сейчас, небось, кровь будет, верно? Потому что это классика. Еп! Ну, это банально.
Даже в Silent Hill есть некоторые банальности. О, нет, только... А, фак, началось. Блин, да чего же это все-таки жутко выглядит? Началось. Я поворачиваю экран, но ничего не происходит. Я, блин, 4 года на Ютубе играю в игры, и ничего не происходит. Найс. О, фак, поехали. Блин, да чего же это классно выглядит? Sup, guys? Как дела? Или это при виде этого местами становится нехорошо? Привет! Висим? Висим. Отнимет. О, нет. Фак! Какие же они неприятные, а? Так, куда мы... я, в общем-то, ничего еще здесь не исследовал, так что я могу бежать в любую сторону, в общем-то, в теории. Например, сюда. Или нет? Например, сюда. А? Я могу использовать лифт? О, нет! Я не... Обратно! Не хочу! О, мэн. я не знаю. Открой дверь, плиз. Окей, я уж думал, я тут не выберусь теперь. А, щет. Может быть, туалет? Туалет теперь хоть открыт? Нет, не открыт. Так, так, мы были там... А, мы вон там не исследовали еще ничего. Да, окей. Что здесь? Ничего. Что здесь? О, фак! Как ты ко мне подобрался? Я даже не заметил. Плиз. О, нет. Плиз. Вроде бы здесь спокойно, но меня не покидает ощущение, что сейчас что-то... выскочит или типа того. Ну, правда, это Silent Hill, здесь особо не выскакивает, но что-то есть. Find the holy one. Kill her? Типа, найди какую-то там святую. Убей ее? Найти святую, убить ее? Да. О, окей. Это я. Кто мог сделать эту фотографию? Это очень жестоко. Чего? Хм. Как-то жестоко конкретно. Сейв. Вроде бы действительно можно когда угодно сохраняться, но как-то... Не знаю, приятно именно на сейфпоинте, я полагаю. Хм. Закрыто. Окей. Привет! Кто бы ты ни был. Ты тут в порядке? У меня сейчас игра, кстати, жутко тихая. Надеюсь, у вас все нормально. You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag. I guess crazy old hag. Keep you on his side, hey, that figures. He's a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that!
Что же сказал Сникигай? Что здесь такого? Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? Oh, it gets to me, all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking! I knew you were on her side. How do you figure? There's something wrong with you too. Окей, это было странно. Не стоит идти в ту комнату, там тот странный парень. Ладно тебе. Еее! Все эти лечилки. Опять же, это не очень хорошо. Окей. Просто мало ли. В школе учебной химии. При добавлении... Третий раз, Иисус. При добавлении перекиси водорода в диоксид марганца выделяется кислород. Сам кислород не загорится, но поможет гореть другим веществам. Перекиси, да? Окей, это намек, я так понимаю. Значит, чем-то мы можем что-то поджечь. Может, как раз там с картиной связана вот эта вот вся фигня. Давайте здесь сохранимся и притормозим. Опять же, как меня там кто-то просил, типа, эпизод подлиннее, нравится смотреть. Я понимаю, но мне тяжеловато Silent Hill играть. Атмосфера такая, знаете ли, тяжеловатая в этой игре, я бы сказал. Так что да, надеюсь, вам понравился этот эпизод. Если понравился, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала. И да, до встречи.